Проходя по выставке CPM, я увидел интересный стенд, который сразу мне приглянулся. И за ним стояла Алена Мякишева, которая сейчас находится рядом со мной. Алена, расскажи, к чему приурочен этот стенд и чем занимается ваша компания, и как она называется в первую очередь? Компания называется SKU Production, и мы занимаемся съемкой одежды. Это каталоги, лукбуки и так далее, для интернет-магазинов, для маркетплейсов. То есть мы полностью делаем съемку под ключ от аренды фотостудии, букирования фотографов, стилистов, визажистов, кастингов, моделей и заканчивая постпродакшеном, ретушью, цветокоррекцией. То есть наши клиенты получают сразу готовый итоговый продукт и не ломают голову, да, как сделать классные фотографии, чтобы они продавали. То есть как происходит весь процесс? То есть клиент выходит на вас, привозит вам гору одежды, а вы с ней? А мы ее снимаем. Ну, на самом деле, первоначально, где-то за неделю, за две, мы начинаем готовиться, мы букируем всю команду, мы делаем кастинг моделей, согласовываем с клиентом концепцию съемки, и уже после этого назначаем день непосредственно съемки, снимаем и уходим в постпродакшн. Алена, нас смотрит много зрителей, и кого-то, может, заинтересует ваше предложение о фотосъемках, каталогов. Скажите, как вас можно найти в рамках выставки и не только? На выставке мы находимся на стенде, который очень легко найти. Он прямо напротив деловой программы, которую посещают очень много людей. И, собственно, на этом стенде можно узнать все подробности, и мы вам дадим все каталоги наши, где можно посмотреть наши работы. Алена, спасибо вам огромное. Спасибо.